Уважаемые жюри, дорогие наши участники, мы открываем и первыми выступит творческий коллектив 6-го В-класса. Встречаем! Шли, а царь старел. Вот однажды он велел сыновьям своим любимым лук и стрелы в руки взять, в разные стороны стрелять. Вам давно пора жениться и скорее остепениться. Ну, как нянчик я бы хотел отойти от царских дел. В чистом поле выходите, свои стрелы запустите. Что ж, сыны, идите с Богом, вас теперь зовет дорога. Выбирай, стрела, дорогу, ты к боярскому порогу, ты к боярскому порогу, там, в высоком терему, я найду себе жену. Давай. Ты лети, стрела далека, попади на двор широкий. Где добра не сочетать, буду там жену тело и над лесом скрылась. Видно, счастье дурака где-то заблудилось. И искать его теперь не за 3 9 земель. Чудо-терем расписной показался предо мной. Купола блестят на солнце, у открытого оконца дочь боярская стоит, на стрелу она глядит. Бабки, няньки, открывайте, жениха скорей пускайте, встать царю на право слово, я давно уже готова, хоть сегодня под венец и поедем во дворец. За зеленым косогором, за высоким за забором, дом зажиточный, богатый, всюду серебро и злато, дочь купеческая ждет. Ну когда жених придет, страсть как замуж мне охота, открывай скорее ворота, уж не снится ли это мне, жить я буду в дворце. Я 7 дней иду по свету, а стрелы моей все нету. Вон за речку болото, лезть туда мне неохота. Эй, смотрите, вижу я, там блестит стрела моя. Что ж, не радоваться, речь, повстречаться ты со мной, знать, судьба твоя такая, стану я тебе женой. Ну, так прыгай в мой мешок, поспешим же, будь далек. Во дворце веселье, смех, приглашаем в гости всех. Старший сын к царю идет, дочь боярскую ведет. А за ним и средний сын, дочь купеческая синит. А что же ты один, сынок? Погляди, отец, в мешок. Что ж, сынок, бывает всякое, ты смирился, однако. Испытать хочу я вас. Издаю такой указ, всех успеть покрываю. Вот квашня стоит на месте, как же мне поставить тесто? Ты мелись, мелись, мука, будь бела ты и легка, пышный, вкусный и красивый, ты пекись, пирог, на диво. День настал, и, наконец, явились братья во дворец. Удивить царя охота. Принимайте-ка работу. Этот вот пером чернец.
пирог чернее сажи, перепачкал руки даже. Не по мне пирог такой, убирайте с глаз долой. Это не пирог, замазка, он внутри какой-то вязкий. Унесите, ради бога, будет от него изжога. Это вот пирог на диво, пышный, вкусный и красивый. Нынче праздник объявляет, всех невесток приглашает. Что же ты один, Ванюша? Ну а где же твоя лягушка? Обещала нарядиться и на пир сюда явиться. Тут ворота отворились, на пороге появилась раскрасавица-девица, черноброва, белолица. Поклонилась низко-низко, подошла к Ивану близко. Здравствуй, муж мой дорогой, вот и свиделись с тобой. Вот так чудом, вот так диво. Ах, царевна, как красиво! Не советую с женой, побежала вам домой, лягушачью кожу в печь, чтобы ее скорее сжечь. Ах, царевич, ты мой ясный, подождала бы лишь 3 дня, навсегда была твоя. А теперь прощай, Ванюша, я за 3 земель, там, где властвует Кощей. И вот красавицы уж нет, за ней Иван собрался вслед. Он долго-долго-долго шел, по лесу долго-долго брел. Мишка, Мишка, помоги, путь Кощею укажи. Путь Кощею я не знаю, но прохожим помогаю. Вот по этой подорожке попадешь ты к бабке Ёшке. Уж она-то точно знает, где Кощей-то проживает. И пошел Иван, пошел, и избушку он нашел. Не избушка, а изба, а живет-то в ней яга. Бабка Ёшка, помоги, путь Кощею укажи. Далеко Кощей живет, и гостей-то он не ждет. Царевну, чтоб освободить, Кощея надо погубить. В яйце хрустальном смерть его. Достать яйцо же нелегко. Возьми этот клубок себе, он укажет путь тебе. Пошел Иван к Кощею, нашел его дворец. Иди, Кощей, на бой скорей. Тебя нашел я наконец. Пришел тебя я погубить, любимую освободить. А, это ты, Иван, пришел? Ну что ж, свою ты смерть нашел. Бессмертный, все меня зовут, всегда меня победы ждут. Давай скорее бой начнем и разрешим его мечом. Ах, Иван, не убивай! Ты иглу мою отдай, победил ты, молодец, веди девицу под венец. Ты, Кощея, победил, ты меня освободил. Наш царевич молодой отправляется домой с Василисой под венец. Тут и сказочки. С вами. Под ваши аплодисменты приглашаем 6-й Б-класс.
класс. Готовится 6 А класс.